Копейске вновь пройдет турнир по мини-футболу «Метробол», в рамках которого на стадионе «Химик» состоится масштабный спортивный праздник для жителей города. Команд меньше не становится, люди хотят играть, хотят участвовать. И в этом году у нас число команд на 30% увеличилось по сравнению с прошлым годом. Было где-то около 20, сейчас, я думаю, больше 25 будет. Попробовать свои силы смогут любительские команды из разных городов не только Челябинской, но и других областей. Изюминкой праздника станет товарищеская встреча хоккейного клуба «Трактор» и сборной администрации Копейского городского округа. Фотосессия и раздача автографов после игры гарантированы. В программу спортивных мероприятий также войдут бесплатные развлечения для всей семьи. Батуты, творческие мастер-классы и игры. Будет работать и полевая кухня. Четвертый региональный турнир «Метробол» будет идти два дня – 25 и 26 апреля. Призовой фонд составит 300 тысяч рублей, которые между собой поделят 8 лучших команд. Заявки на участие принимаются до 20 апреля.